Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем тему искусства звука. Сегодня на уроке вы узнаете, как изменяется прилагательное среднего рода. Научитесь использовать прилагательное в речи. Посмотрите, ребята, иллюстрации и дайте словесное описание каждому рисунку, используя прилагательные. Правильно, ребята. Хан какой? Жестокий и злой. Домбра какая? Национальная, звучная. Мастер Али какой? Находчивый, умный. Ребята, на предыдущих уроках вы познакомились с содержанием сказки «Мастер Али». Прочитайте продолжение сказки на странице 18 и ответьте на вопрос, как мастер Али спас жизнь ханским слугам. Правильно, ребята. Мастер Али спас ханских слуг своей находчивостью и мудростью. Ребята, а теперь проверьте свои знания по прочитанной сказке. Напишите литературный диктант, упражнение 343 на странице 19. Молодцы, ребята! В этой сказке рассказывается о жестоком хане, находчивом пастухе Али. Основную мысль сказки можно сформулировать так. Умелым, находчивым и смелым трудности не страшны. Ключевые слова сказки – жестокий хан, охота, кипящий свинец, пастух Али, музыкальный инструмент. Сказку можно заглавить так – «Находчивый Али». В этой сказке утверждается мысль о том, что в любой трудной ситуации нужно не отчаиваться, искать выход, пользуясь своим умом и находчивостью. Ребята, для того, чтобы правильно склонять имена прилагательные, нужно знать их падежные вопросы. Прилагательное среднего рода с твердой основой имеет окончание «ое», с мягкой основой имеет окончание «ее» в именительном падеже. Важно понимать, что окончание прилагательного можно проверить окончанием вопроса. Например, именительный падеж «какое» – окончание «ое», «зеленое яблоко», «зеленое» – окончание «ое». Ребята, выполните упражнение 345. Спишите прилагательные, согласуя их в роде с данными существительными. Обозначьте окончание прилагательных. Ребята, проверьте написанное. Большое дерево. Окончание ОЕ. Большое мастерство. Окончание ОЕ. Большое искусство. Окончание ОЕ. Страшное горе. Окончание ОЕ. Страшное несчастье. Окончание ОЕ. Ребята, в следующем задании укажите верные или неверные ответы. Правильно. Мастер Али – народная сказка. Верно. Мастер Али – литературная сказка. Неверно. Хан обещал залить горло вестнику несчастья горячим свинцом. Верно. Мастер Али сделал новый музыкальный инструмент – домбру. Верно. Вепрь – тоже, что кабан, верно. Итак, ребята, сегодня на уроке вы узнали, как изменяется прилагательное среднего рода. Научились использовать прилагательное в речи. Спасибо за внимание. До свидания.